Добрый вечер, дамы и господа. Представляем вам второй концерт фестиваля «Живое и вечное» «Витебск». На сцене народный артист России, лауреат Государственной премии России Игорь Ясулович. Отрывок из автобиографического романа Марка Шагала «Моя жизнь». Добрый вечер. Ну, собственно, видите... Видите, как получается, значит, это народный артист, лауреат Государственной премии. А читать я буду отрывок из автобиографической книги не народного артиста, не лауреата Государственной премии, а просто замечательного, великого Марка Шагала. И это великая честь. Вы видали нашу Двину в дни осенних праздников? Мостки уже разобраны, больше не купаются, холодно. По берегам евреи стряхивают в воду свои грехи. Где-то в темноте плывет лодка. Слышны всплески весел. Глубоко в воде, вверх ногами, покачивается отцовское отражение. Он тоже вытряхивает из своей одежды все грехи до последней пылинки. В эти праздники меня будили в час или два ночи, и я бежал петь в синагогу. И зачем это надо нестись куда-то ни свет, ни заря? То ли дело нежиться в постели. Множество народу спешит во тьме в синагогу, прогоняя сон. Вернуться домой и поспать они смогут только по окончании молитвы. Утренний чай и сладости, похожие формой и цветом на восточные сокровища, красиво расставленные блюда, возглашаемые над столом молитвы, без которых нельзя начать торжественную трапезу. А ну, накануне вечером трапеза священного судного дня. Курица, бульон, сияющие свечи видны издалека. Их понесут в синагогу, уже несут. Белые стройные свечи, свечи мольбы и покаяния. Они зажжены во имя умерших, за маму и отца, за братьев, деда, за всех покоящихся в земле. Сотни свечей в ящиках с землей, словно пламенеющие гиацинты. Пламя растет и разгорается, а рядом с ними лица, бороды, белые фигуры теснятся стоя, сидя и склонившись, отец, сутулый, задыхающийся, собирается в синагогу и перед уходом показывает матери загнутые страницы в молитвеннике. Вот отсюда до сюда. Он садится за стол, отчеркивает нужные места карандашом или ногтем и пишет в уголке: «Начинай здесь». В особо драматическом месте помечает: «Плач». В другом: «Слушай кантора». И мама шла в синагогу, уверенная, что не станет рыдать не в попад. В крайнем случае, если не могла уследить за словами молитвы, она смотрела с отведенного для женщин балкона вниз. В положенном месте, где отмечено «плач»,
Она вместе с другими женщинами принималась проливать священные слезы. Щеки краснели, по ним скатывались влажные бриллиантики и капали на страницы. Папа весь в белом. Каждый год в великий день Йом-Кипур он казался мне пророком Илией. Лицо его от слез желтее обычного, с каким-то кирпичным оттенком. Он плакал просто, тихо, без ужимок и вовремя, без театральных жестов, только вскрикивал порой «Ох-хо!», поворачиваясь к соседям, чтобы призвать их к тишине или попросить понишку табака. Я же убегал из синагоги и забирался в сад, перелезал через забор и срывал зеленое яблоко покрупнее, вгрызался в него, несмотря на пост. Лишь чистое небо смотрело, как я, грешник, трепеща, кусал сочное яблоко и объедал его до самой сердцевины. Я просто не мог выдержать пост до конца. И вечером на вопрос матушки «Ты постился?» Казнясь, отвечал «Да». Чтобы описать вечернюю молитву, у меня не хватит слов. Торжественно, неспешно евреи разворачивают священные покрывала, впитавшие слезы целого дня покаянных молитв. Их одеяния колышутся, как веера, и голоса их проникают в ковчег, чьи недра то открываются взором, то затворяются вновь. Я еле дышу, стою, не шевелясь. Бесконечный день, унеси меня, приблизь к себе, скажи сокровенное слово. Целый день со всех сторон слышится «Аминь! Аминь!» Все преклоняют колено. Если Ты есть, Боже, сделай так, чтобы я вдруг стал весь голубой или прозрачный, как лунный луч. Всели в меня рвение, спрячь меня в алтаре вместе с Торой. Сделай что-нибудь ради нас, ради меня. Наш дух воспаряет, и руки взметаются вверх вдоль раскрашенных окон. На улице бесшумно раскачиваются голые ветки высоких тополей. На ясное небо набегают и рассеиваются облачка. Скоро выйдет луна, половина диска. Свечи догорают, маленькие огоньки искрятся в непорочной синеве. То свечка подлетит к луне, то вдруг луна кубарем скатится к нам в руки. Сама дорога молится, плачут дома. Огромное небо плывет, зажигаются звезды, и прохлада вливается в открытый рот. Так мы возвращаемся домой. Если вечер светлее, ночь прозрачнее нынешней, отец усталый и голодный сразу ложится. Все его грехи прощены, и матушкины тоже. Один только я, может, остался немножко грешен. А Пасха? Ни маца, ни пасхальный хрен, ничто не волнует меня так, как строки и картинки Агады, да еще полные бокалы красного вина. Так и хочется выпить их все, но нельзя. Мне кажется, что в папином бокале вино еще краснее, в нем отблеск темной королевской лилии.
Мрак гетто, удел еврейского народа. И жар аравийской пустыни, которую прошел он ценой стольких мук. Весомым конусом падает свет от висячей лампы. Я вижу шатры среди песков, обнаженных евреев под палящим солнцем, и они со страстью спорят, говорят о нас, о нашей участи, и среди них сам Моисей и Бог. Отец поднимает бокал и посылает меня открыть настежь дверь настежь, чтобы мог войти пророк Илия. Библейский рассказ о вознесении пророка на небо в огненной колеснице породил представление, что он не умер и должен вернуться на землю. Илию ожидали как предтечу Мессии и как избавителя от гонений. В Пасху для него на столе ставился прибор и оставлялась открытой дверь. Сноп звездных искр серебром по синему бархату неба ударяет мне в глаза, проникает в сердце. Но где же он, Илия, со своей белой колесницей? Может, он уже во дворе? И сейчас войдет в дом в облике убогого старца, согбенного нищего с умой через плечо и клюкой в руке. Вот и я. Где мой бокал? Сегодня в концерте выступают солисты Музыкальной академии города Кронберг, Германия. Кристофер Парк, фортепиано, Германия, Корея. Марк Бушков, скрипка, Россия, Бельгия. Анна Луиза Крамп, скрипка, Германия. Адриен Буассо, альт, Франция. Джонатан Рузман, виолончель, Дания, Финляндия. Дмитрий Шостакович, трио номер один для фортепиано, скрипки и виолончели. Исполняют Кристофер Парк, Марк Бушков, Джонатан Рузман.
продолжает программу трио для скрипки, альта и виолончели Гидеона Кляйна. Исполняют Марк Бушков, Адриен Буассо, Джонатан Рузман.
В завершении программы Игорь Рейхельсон, квинтет для фортепиано и струнных «Далекие сны детства».
Thank you.